Национальная телерадиокомпания «Чувашия», школа иностранных языков «Язык для успеха» при поддержке Мининформполитики Чувашии представляют. Кунда камда пулин пури? Пур-пур. Ргун. Ргун, благодарит леди псирех. Сирин вернмеле кенегезен пури? Палах пур сиременле кенеге герла. Чувашла вернмеле кенегезен. Пирин терле кенеге бур. Андреевен бур, Дегтяревен бур. Тогда шкулда вернмеле кенегезен бур. Хышнель зигельзева мала? Мана мень пур кенегезен кирле. Дан мала кштах кадерха. Газире время ли книги зем? Тавда буш. Пизикозакло. Сирень аудио книги зем пури? Шель булин дежук. И баствасса Дегтярев калажу книги вали пулмалач, анжах пирн батравл жук. У пиди ябух я бала. Тень итлим аудио книги зем е итлим ли книги зем пиди полужащи чувашло время ли. Ланарпар. Дер себе кирлы да хан жақта бірінің патрашук халыхе. А, тада иду. Сирин терекен кезен пури? Палах пур. Өзім темана интересны еще. Ларыр халыхе жақсыне болар, әбі варайлзе геледіп терекен кезем. Юрать. Чувашка вредит мне. Чувашки зем думать. Чапла. Книги зем, чуваш чули. Учимся говорить по-чувашски, чувашский язык тене. Я бы хамда, юмр бурнадок, юмр бренедеп. А как он да инде щуры мрутла, шак була вжа. Книги зем пахма килетеп. А кажар мана весели паламасту. Ну, мана санбек шамрыксем. Станял мучу тезе калаще. Мучи тезен лайхрах пуль. Эп пельместов. Мучи мен не пельместов. А хамда пельместов. Бак юри кнегезе мизе гильдем. Мен лечен меле тванзе не мен ле калаще. Привак чуваш смахлы гиятлы. Те приага Василь Георгиевич Егор пал тыпчевзе булна. Унын этимологи смахсари. Этимологический словарь. Вот. Хамда ачасене ынландарадып. Аза те, а шиен джень. Куга май, а мы шиен джень. Вырсень он беку ирный щук петька. А жазень он ландарма юре, этимологи словарь не погадок та. Аза не. Бабушка со стороны отца. Образована путем сложения двух слов. Асла, а не. Аза не, асла, а не. Мадапиде.
Оннандарма шумыл булать. Ачазыне. А кугамай апухаппыр. Кугамай. Бабушка со стороны матери. Составлены из двух слов кук, кук, корень, род. Тогда он хушсабун ама, мать. Ай суффис, аффикс звательной формы. Кугамай, кук, ама, ай. Это интересно. Он же больше не тебе книги эту промха. Ага, тванлых, хурндашлых, ячезем, тезе ел сирзагдартна. Ареме убышкин тванзене медлечинеть. Убышки аремен тванзене медлечинеть. Тогда ебер хамарзан башылым, Андрей Шылым медлечинеть бір. Сирзагдартна. Ага, мон азатте. Машак, перьялзем машак теши. А убышки аремен тванзене, мон мажидеть. Ибрихал был новый совсем манзагайна. Манзана индихали, есть манан, манранчила и шамрак пулмине гура, манзана шиллом теми легеди. Шиллом был, где убышки, армин, тванзине, кизинине, улбулдр деть, манбулдр, водалах булдр, сара булдр, шур булдыр, кардаш булдыр, пулдыр, пулдыр. Езім аржын бара. Езім ан армен жен туан пулны булза, деп сана бұд пулдыр тене бұлыттым. Езінде сар пулдыр деме сар жүшілі мар. Өші бақы сар пулдыр тене бұл. Хитре, қабыр, юратны пулдыр тене білдереді. Матура жа езі, тимлі бірінеден. Чываш чілгене санбептір саврен зен пирін чілге бірге бұжырғанмала бұлмасты. Хал юлашки утра чываш чілге бе қысықланаған зен нумай, шаплай бе батпушын башан зақтырадып, тұған чілге ивашлан мас пүліға, вызырлан мас пүліға дедіп. Бабзана тұрш саврен ешін, ебі қаямға мүджузен бізем нумай қаласыма юрадашы. Сенде палашмай қабас. Ебі деп еді сағындым, телейлі бұл, ұнышлы бұлдыр, зүші бұжу, зүбі бұл. Узак. Кургуша. Кургуша. Вот. Узак. Он даже кургуша. Вот узак. Ага. Узак. Вот даже его нашли? Да. Кожару и дадов. Изир, а что за мне чувашла калжады? Алла. Эбр чуваш тем где? А анжахта шубашкарда шинзем чувашла сагал калжащи, а что за мне? А ян сахал бульде, уран, ну майен галажеш. Халь саман и умажен завтрать. И ты, чуваш, калажаган, ашамаж земте пури? Пур. Пирень ашамаж зень парлеги девор. И вурунда тоже тоже шап куштаран отпор. А че зембе чуваш лагал же пор. Интересно. Тогда будешь сире. Ховара, да, в козыклан нашан чивет. Агатар Хасша, чуваш тілі бірге книгізем. Тобда бұш. Пледіні? Салам, салам. Що пленістер? Аставадыны, эз мана перекаланыча. Да, і пісана тим дегаланы бұл. Эз мана пирін кугамайын кебе перге каланыча. Варай. Адяга уна нацы музіне інзі гаят бұл. Пленістер пізен тим дюхлек шаңмек кібенде. Кантелет. Тен пирін кебе ұйрымын интересны. Юрайцы болман кілдек бұмалар. Кында? Адяга кайзакилет бұл. Я бы тебе предложил. Блин, Марине Бетель Бладов. Аван, она да Ильзе Пыр. А, Пырле Ильзе Пыр. Юрай, кажется, там гады пиздец, вара, чеверке Сашиня. Иль. Юрай, чебер. Чебер.
Кон фолдер. Салам. Урбун. Сылықсылар. Салам. А уйтмай ради? Аллах. Пирин Шагынбек кебе пур? А первич самах шаг кебе перги калаза парад пара ядари? Ку кебе пирин кугамайр чинчень. Мынле кебе жыгу? Упиди кабыр кебе. Прыбық сақпалы ку хирарым кебе. Нынжын десен, когылым баллы зем можырлы. Кулыл хирел баллы кеске. Кумбек кебезден перен музей экспозициян жеде чылайық. Бұқма бұлады? Аллах. Бұқар кебе, шар экспозициян ұдар көзелді. Епселен, жұпша кумбек кебезден құдардадып. Сен маға үрдірсе бұрыр? Сымақыран, шағында хирарым кебей, иге можыр кескелі. Кунда пір можыр кіскі педе пызық аялда бұрнашны, пачықыры хизен шүлде азырғары рей? А херзен кебезе мен лежі? Херзен кебезен күш ұрықлара, онда можырлық палды шүкка. Кулым де бұл качагайган херен кеби, ку нумай тірілікпе ұйырылса дырай. Педе шугіл ку кабыргына мар шугіл кебедемелі. Онда шаңны земжінде де тірі, оның арги де педе тірілі, тада когорун дырри педе пуян. Халі шагындарақ ұжарға көшт. Ебізерен халі аржин зем ұявыра дұхынаға шубыр негдардашы. Курзамы. Шагынбек шубыр зембе бұнды хырмыш әнерде аржин зем жүрені. Курырға шубырда педе елемлі, күнда тәрі баллы жүкі, шухигына тәрілі. Үтті байы зене, ну пұрға көштақ, ер-ер аялда шаннызем жінде ер-ер шухе тәрізем. Шабақта нумай әрешіне ұғалаза дұны хойуран. Шурым енжі де лаппышпек шагынбек ұғаран шелезе дұны әрешсем. Шак пұжы мен дұма керлі бұлны вара? Чываш аржиннызем пұжы ба тәрлі ела ерге дұны жүхне ұзы күрні. Смақрат тұйра. Тәрсібе ғалазан, чываш кебезен жінжен шырулы дені. Кәбегін амар, сұрбан жәкеземде, шәрреземде, чулбалы кіземде бұлан ашы. Ибір бұл тәрре, бұл авалхи тәрі білдерішіне манза ғына ғайны. Смахран, бізден юлыны баллақ, халықра, анжақта еқ балды, ет тұмға бұрынне. Күндай бір налуп бір кезене ғдардат бұр. Күнда сықланза юлыны, тұмға еқ балды зен. Кашни йоқ, кашни шемье, налог тюлері болса, шағындек палылы зем шоржаланза керлі жерде күштар задымы. Кунда кашни шоржа дей бірақай, кашни йоқын палылы, тамға. А кувара мінле әреш? Мінле шерулық тада. Кувыл араб шерулығы. Шабақты бұл чываш чылхи ұрлығына боланы. Мін жіндесе, пірі мне зілзем, аслы бірға ұлғар батшалығынде бұрынны жүхне, шақ шерулық пада ұзы бұрыны. Паянлыға ебір вішілет бір, ебізіре бұнда тадақ көрмі қалыз. Тадақ көрмі, бізі көзіклі бұлджем. Ебір тадавара күштақ пықса елесшін. Аллах, күрса жүрір. Аваны! Здравствуйте! Меня зовут Агаш, и мы продолжаем учить чувашский язык. Давайте вспомним, о чем была нынешняя серия. Сначала Андрей идет в библиотеку. Кстати, помните, как назвал ее Станьял Муджи? Я напоминаю вам. Булавыш. Да, библиотеку иногда называют булавыш. Это неологизм. И это не единственный неологизм, который проникает в чувашский язык. Мы можем назвать такие слова, как самахсар, словарь, калем, ручка, типтер, тетрадь, чонго, крутой и так далее. Не все готовы принимать новые слова в свой лексикон. Хотя, наверное, сейчас никто не удивляется неологизмам, которые пришли с эпохи Ашмарина. Ехрав – приглашение, ехравла – пригласить, телев, цель и другое. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что старое поколение до сих пор самолет называют ерапланом. Но жизнь меняется, и теперь мы летаем на самолетах. Итак,
в библиотеке или Булава Шра Андрей набирает учебники чувашского языка. Библиотекарь использует очень интересную форму. Андреевон, Дегтяревон, Пур. Конечно же, это родительный падеж, или иногда его называют притяжательный падеж, отвечающий на вопрос «кого», «чего», «чей». Образуется он просто при помощи окончания «он», «энь», «шкул», «школа», «школан», «хевель», «солнце», «хевелень», «анне», «мама», «аннень» и так далее. Вы, наверное, знаете, что падежей в чувашском языке всего 8, так что осталось уже меньше. Следующая фраза, сказанная библиотекарем, наверное, вызывает некоторые недоумения. Эбе астоваса. Насколько я помню, здесь мы наблюдаем аффикс причастия ас, эс плюс са. Такие словосочетания редкие, но вот именно это эбе астоваса очень часто срывается с уст носителей языка. Подобным примером можно добавить, пожалуй, еще. Эбе пелесе, насколько я знаю. Так что, если хотите блеснуть, тем более, что речь идет о водных конструкциях, не упускайте возможность. Следующая тема о степенях родства, заданная Станьялом Мучи, непростая. Уже только потому, что мы все меньше и меньше живем очень большими семьями и используем эти слова. Но все же, я хотела бы вам напомнить, что в чувашском языке для того, чтобы перевести русское слово «тетя», используется слово «аппа», то есть «старшая сестра». Так же, как и для дяди, есть подобный эквивалент – «пече». К пожилому человеку лучше обратиться «мучи», а к пожилой женщине – «кинеме». К младшей по возрасту – «шоллом», как это сделал Станьял Мучи, и «йомогом» для девушки. Если у вас есть родственники, поспрашивайте у них, как их назвать по-чувашски. Поверьте, это очень интересно. Кстати, очень красиво сказал Станьял Мучи, когда желал Андрею успехов. Помните? Онышло пулдер эже пужу. Пусть твоими делами сопутствует удача. Или дословно, удачными пусть будут твои дела. Эш пуш. Парное слово, которое состоит из слов эш – дело и пуш – голова. А все вместе получается дело. Трудно сказать, что подразумевается под словом пуш. Но и вправду, чтобы дело всегда дружило с головой. Это немаловажно. Следующий эпизод заслуживает нашего внимания. Конечно же, посещение Национального музея. Работник музея использует слово «шуголь» – модное, красивое, нарядное. Чувашский язык скромен на эпитеты, если, конечно, речь не идет о труде и лени, о силе, а также о красоте. Так вот это слово тоже может пригодиться, чтобы сделать комплимент девушке или любому приятному вам человеку. Эзи, пиди шуголь тумланна. Ты очень красиво, модно одет или одета. Пусть и с чувашским языком у вас будет все красиво и модно. Чуваш чельгине шуголь веренер. Учите чувашский язык так, чтобы это выглядело модно и красиво. Тепридель Булычей. До следующей встречи.